Как пройдет предварительное голосование, обсудили на заседании городского отделения «Единой России». Сочи разбит на три округа – морской, курортный и непосредственно сочинский. Всего в крае 28 мая праймерис состоятся в 35 округах. Так же, как это будет проходить 10 сентября на настоящих выборах в ЗСК. В каждом из округов будет выбран лидер-одномандатник. Плюс к этому в целом еще 35 человек пройдут по партийному списку. И вот кто эти люди в списке, сочинцы могут определить уже сейчас. Это хороший задел, заранее можно взяться, заранее можно подготовиться к выборам. И естественно, что для нас очень важно увидеть реальные, значит, результаты за каждого кандидата, чтобы, в принципе, сделать правильный выбор. К слову, выдвинуть свою кандидатуру на праймери смог не обязательно партиец. Главное, чтобы человек имел местную прописку и не был судим. Для голосующих же только одно ограничение – сочинская прописка. 28 мая в городе будут работать 43 пункта предварительного голосования. Их адреса можно уточнить несколькими способами. Есть два сайта – pg.er.ru – это федеральный сайт, kubanyvybirayet.rf – это наш краснодарский сайт. Кроме того, мы опубликовали на этой неделе в газете «Новости Сочи» полностью всю информацию по этим участкам. Кроме того, можно позвонить по телефону 264-5120. Результаты праймериз будут известны через три дня, но итоговый список кандидатов в депутаты ЗСК от «Единой России» будет утвержден на партийной конференции в конце июня.